Фильм «Желтая жара» уже успел покорить сердца турецких киноманов. Это история о семье бедствующих мигрантов, которые теснятся в турецком пригороде. Мятежный сын Ибрагим мечтает о другой жизни, но сталкивается с гнетом патриархата и жестокостью местных порядков. Теперь увидеть эту картину в оригинале с русскими субтитрами смогли и уфимцы. В кинотеатре «Родина» стартовал фестиваль турецкого кино. Я думаю, что через фильм можно узнать быт без того глянца, мишуры, и увидеть именно сознание и культуру народа, турецкого народа. Ну а Турция и Башкортостан, мне кажется, очень много связующих каких-то звеньев, даже начиная от того, что язык похож. По мнению организаторов, фестиваль турецкого кино стартовал в башкирской столице успешно. Они надеются, что жители других городов, которым перейдет эстафета фестиваля, также радушно встретят зарубежные ленты. Много людей пришли сюда смотреть кино. В России очень известны турецкие фильмы, турецкие сериалы. И очень требуется в России видеть, смотреть турецкие кино, турецкие фильмы. Поэтому мы это видели и решили организовать в России такие фестивали. Зал действительно забит под завязку. Турецкие фильмы в оригинале с русскими субтитрами пользуются популярностью у зрителей. Мы очень рады, что фестиваль турецкого кино проходит именно в нашем кинотеатре. Официально кинотеатр «Родина» имеет статус «Центра российского кино». И сейчас мы, наверное, с полным правом можем сказать, что это центр мирового европейского кино. Уже 10 лет у нас проходит фестиваль французского кино, фестиваль немецкого кино, швейцарского кино. И вот сейчас у нас впервые проходит фестиваль турецкого кино. «Желтая жара», «Голубка» и «Мед» – эти фильмы вы сможете увидеть в оригинале с русскими субтитрами на экранах кинотеатра. Фестиваль продлится до 31 мая, поэтому в течение еще 2 дней вы сможете бесплатно знакомиться с турецким кинематографом. Ксения Мазина, Тимур Абсолямов, «Столичные новости».